Я улетел не навсегда. Я улетаю, ну да, я улетаю. Хочу увидеть города. И я не один, нас тут стоя. Я улетел не навсегда. Я улетаю, ну да, я улетаю. Хочу увидеть города. И я не один, нас тут стоя. Пока ты вклады делал, я занимался делом. У меня круто в целом, я на фите на белом. Загар на ее тело лег, как она и хотела. А рядом те, кто мало говорит, много делает. У нас целая жизнь впереди. Звезда, веди меня, а друг, меня не подведи. А вдруг? Да ну их эти мысли пусть тонут. Ведь я не мальчик, чтобы погружаться в этот омут. Сегодня позвонили с Крювинка. Как всегда, все срочно. Бросайте все свои дела. Деталей на руках пока мест нет. Будем пересаживаться, скорее всего, где-то с Европы. Будем лететь на Бразилию. Вот сейчас собираю сумку. Прибыли в аэропорт, прошли всю комиссию, таможню, с документами все в порядке, вещи сдали. Вот сейчас сидим, ждем посадочки. Во сколько у нас посадка? 10.05, вылет на Стамбул. 10.05, вылет на Стамбул. Перелет до Бразилии будет у нас сколько там, 11-12 часов. С Шуриком купили себе по подушечке, будем отдыхать. Алло, даром? Да все, уже посадка на самолет. 10.05 вылетаем. Да, да. Спасибо, давай, скоро увидимся. Поедим. Я бы сейчас от шаурмы вчерашней не отказался бы. Саня себе вилочку, ложечку, все как положено, культурно. Я буду руками есть. Буквально час двадцать, прошли таможню и со своими пакетиками добрались до 18-х ворот. Ждем, будем со Стамбула лететь в Сан-Паулу, Бразилия. Дальше еще одна пересадочка нас ждет. Перелет будет длинным, 12 часов, очень сильно утомляет. Ничего, короче.
Короче, сейчас сели на бразильский самолет. Мое место получилось возле... Короче, со стороны, вот почти посредине. Вот здесь. И девочка, короче, сказала, что самолет полностью не забивается, поэтому возможно будет пересесть для того, чтобы поспать. Они пересели. Я вот сейчас сам тут остался в лимузине. Вообще бомба, короче. Трое наушников, три шлема. Я сам буду сидеть, балдеть. Даже три ремня безопасности. Фартануло, пацан к успеху шел. Накидался винчиком и не могу уснуть. Вот такая вот ерунда. Выпил 10 бутылок вина, 5 бутылок красного, 5 бутылок светлого. Подошел к человеку, познакомился, потому что ему долго с нами лететь. До места прибытия, короче, осталось 9 часов. Завтракаем. Может кто-то мне свой завтрак еще отдаст. Нормально будет. Вот этот здоровый дядька мне отдаст свой завтрак. Нормальный такой малый, короче, в зеленой кепке. Ну да, походу я ему еще свой завтрак отдам. Бразилии плюс 7, а я что, я не ожидал такой температуры. Сейчас буду носки доставать. Вот я сразу сказал, что с федеральной полицией шутки плохи.
второй день гостишки, забрал похавать. Кушаем в номере. Приятного аппетита. 1 августа. Двое суток в гостинице в Рио-Гранде, Бразилия. Дождали звонка от агента. Сегодня утром судно зашло в порт. Сейчас по нашему времени 7:30. Через полчаса агент на машине нас будет ждать внизу. Будем ехать в порт. Примерно в 9 утра уже будем на пароходе принимать дела. Классно, пацики будут в августе уже дома. Собираем вещи, собираемся в гостинице и будем выдвигаться. Померили температуру, дали вот такие штуки. Походу мы сейчас отметимся, отметят наши документы. Мы сядем дальше в свой Мерседес. Ну есть такие в Одессе, вот я видел таких ребят, которые по полю хуярили. Так что, короче, ждем, пока место проходной, проверят всех. Прошли, короче, по пропускам вот эту вот решетку. Пациками ждем. О, прибыл наш фургончик. Погнали грузиться. You stay here? Вон она, парахет стоит. Вот именно поэтому я не люблю с собой брать большие сумки. Хотя я даже зимних вещей не брал. Let's go down. Форт Боярд. Блядь, жарко стало, да? Ага. Преодолели такой крутой подъем, потом спуск, и все, мы уже на причале. Вот наш парахет стоит пришвартованный, без крысятников. Пацики уже дома, балдеют. Спокойная сегодня погода. Топаем на пароход. Хотя куда спешить, контракт уже начался. Вон, пацаки подбивают кончики. Видят, что новый экипаж идет, надо подбить концы. Ого, трещат как. Надо подбить концы и подцепить крысятники. Приехали. И судно перешвартовывается, шифтинг. Скорее всего, будем тельфером поднимать багаж, еще непонятно, он движ что-то суетится, или тот нам трап ганвей отпустят, потому что неудобно ходить, крышки открыты. Что-то на португальском радио рассказывает, нашего электричного раздражает это. О, пацики опускают нам ганвей. Довольные, сейчас домой поедут.
Куда она носа? Традиция на пароходе, когда поднимаешься по трапу, нужно посмотреть сначала в нос, провести взгляд в корму судна и потом только уже заходить, здороваться, принимать каюту. Good morning. Good morning, guys. You are AB. Yes, AB. Pilot cabin C deck. Pilot cabin C deck. Okay. You can go. Good morning, guys. Пока вся движуха на пароходе. Три человека будем спать здесь. Такая раскладушечка, двухместная коечка. Значит, это кабина пайлота. Здесь довольно-таки культурно, чистенько. Здесь поубирали. Кабина пайлота, три человека будем здесь спать. Я, электришин и энджин-кадет. В общем-то, особо тут располагаться не будем. Так что каюту я уже завтра сниму. И, блядь, моя вахта с 12 часов. В общем, все, у меня есть полтора часа разложить сумки и выходить на палубу. Вот как раз идет уже погрузка полным ходом. Третий, пятый трюм, две сосочки. Две сосочки. Две сосочки. Две сосочки. Две сосочки. Две сосочки.